Еще раз. Каких подруг? Ты знаешь всех моих подруг? Кого? Он Сашу Кобрина выебал или что? Который знает тебя с хорошей стороны, потому что ты нам подсказывала, как красить его. Короче, это все пиздешь. Это все пиздешь, потому что я знаю. А, он говорит, аргументов нет у него? Ну, короче, ты все пиздешь. Нет, не общаются, и это все пиздешь. Я же говорю, если бы я на тебя пиздела, ты бы уже 100% об этом знала. Это 100%. Неважно, какая бы эта подружка была, типа, ты бы в любом случае об этом узнала, потому что все друг друга знают, как оказывается. Это во-первых, а во-вторых, ты знаешь всех подружек моих. Кого он там поёбывает, Анжелику, блядь, или Вику, мне интересно, которая замужем, ну, типа, блядь, которую он даже не знает. Или Карину, которая в Польше, которую он знает. Ну, честно, что за хуйня вообще? Так что это вообще пиздец. А, то есть, типа, он считает, что ты ведомая, а сам? Смотри, он с больной на здоровую перекладывает, это такой вид манипуляции, на него же Ваня влияет, и поэтому он говорит, что я на тебя влияю. Ну, прикольно. Хитрожопая. Она сможет, да. Короче, ничего не меняется. На меня как пиздели, так и пиздят. Правильно понимаю? Что? А по поводу чего объяснял-то?
Чего он решает? Я ничего не понимаю. Почему он решает? Почему он тебе рассказывает, как жить? Не, ну это именно уже пиздарез начинается какой-то, это бред полный. Ну это уже бред, слышишь? Почему он тебе рассказывает, как жить? И почему опять я крайняя, блядь? О боже мой. Не дала, да? Нет, это уже в конце началось. Ну, потому что ему Сережа рассказывает, наверное. Он, наверное, знает, потому что Сережа типа рассказывает, и он думает, что он тебя знает. Он и передо мной понты, он такой, знаешь, типа, я знаю Аню, знаешь. Я знаю, как она будет реагировать. Ну, выебывался предо мной. Говорю, а, ну ладно, ну типа, а что мне говорить? Я говорю, ну хорошо, окей, я тебя услышала. Ну, так я же действительно, и я тебе объясняла, почему я действительно думала, что так и есть. Потому что потом он просто, я же говорю, это доказывал тем, что со стороны, он красиво все объяснял, потому что со стороны потом, когда вы все вместе были, это выглядело именно так, как он и говорил, что он все знает, что у вас все чуть ли не семья, поняла? Поэтому я и молчала, думаю, ну ладно, значит так надо. Как-то так. Остался, ну, если бы скрин был, я бы отправила, она, по-моему, удалила. Ну, или на старом телефоне. Не помню уже. Это ж, а что он имеет в виду? А что он имел в виду под названием? Ну, реально сам так сказал? Это подожди, он сейчас с Ваней пообщается, его опять переклинит. Только что переживаю, чтобы моральное состояние было твое нормальное, и все. Я тебе всегда говорила, решай сама, думай сама. Это во всех смс-ках можно найти. А я самая хуёвая, я на тебя пизжу. Иди, порой на меня. 100% найдешь, я на тебя пиздела. Пусть там Сережа взломает страницу, поищет в переписках, как я тебя обсирала, все что угодно. Но!
Ну, короче, моя совесть чиста. Ну, да, понятно. Ну,